Всем привет! Хочу, чтобы вы увидели то, что вижу я. Сейчас здесь очень тепло. Я мокрый в этой куртке. Градусов 19 где-то. Это 25 января, зима в Алане. Смотрите, что происходит сзади меня. Может, меня сейчас смоет на ваших глазах. Волны чистые, красивые. Несмотря на такие волны, ветра здесь нету сейчас. А посмотрите там, какая красота. Там идут ливни везде, по кругу, где горы. Здесь у нас канатная дорога. Очень красиво. Я надеюсь, камера хоть чуть передает это все, что я сейчас вижу. Волны просто роскошные. Роскошные, друзья, волны шикарные просто. И вода ж теплая, блин. Она тоже градусов 19. Так хочется залезть туда. Надо как-то это все, никак я не соберусь. Надо одеть шорты, взять тапочки. У меня просто возле отеля нет такой чистой воды сейчас. Я не знаю почему. А здесь, смотрите, это пляж Клеопатры. Смотрите, какая вода шикарная просто. Какой же это рай, друзья. Вот я просто вот вообще просто представляю себя сейчас сидящим там, допустим, в Херсоне, сером, унылом, да? Пусть даже там мороза нету, но все равно холодно, все равно там мокро, сыро. Мокро не в том плане, как тут. Здесь, когда мокро, все равно классно. Вообще это не передать словами просто. Смотрите, какая красота. Солнце только не туда светит, снимать плохо против солнца.